Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Nissan Sentra. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Задняя арка у нас готова. Максимально все обработано. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Пока делали арки автомобиля, пообщались с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки усиленным шумо-вибропоглотителем. Такой вот называется он блокшот. Толщина его 7 мм. Владелец согласился, поэтому пока клеим. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Видите, справа от меня голый, так звенит, слева обработан, так звенит. То есть сами можете услышать до обработки, после. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!